Здравствуйте! В эфире канала «Россия». Итоговая информационная программа «События недели». В Великом Новгороде глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в расширенном заседании Президиума Государственного совета, которое провел президент России Владимир Путин. Заседание, на котором присутствовали члены правительства страны, главы субъектов и представители делового сообщества, было посвящено развитию рынка труда в Российской Федерации. Ключевой задачей формирования современного рынка труда Владимир Путин назвал создание возможностей для молодежи получать передовые навыки, трудиться в перспективных секторах, а бизнес, в свою очередь, мог бы привлекать квалифицированные кадры, решая задачи компаний, экономик регионов и страны в целом. На трудоустройстве молодежи глава государства поручил сконцентрировать дополнительные усилия. Правительство реализует специальную программу, результатом которой уже стало постепенное, но последовательное снижение молодежной безработицы. Она, как известно, повыше, чем в целом по стране. На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что по всем прогнозам, они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, да, 10 лет, число молодых людей, у которых будет число молодых людей у нас будет расти. В 2030 году, например, в стране, ну, по предварительным подсчетам, конечно, по предварительным данным анализа, в стране к 2030 году будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году уже 9,7 миллиона. Это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Да, Тетя Алексеевна, все правильно. Но это в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии. Ну, за прошлые годы, конечно, да и сейчас мы стараемся сделать здесь все по максимуму. В Карачаево-Черкесии состоялось торжественное закрытие Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Напомним, на протяжении всей недели учителя из 73 регионов России участвовали в различных творческих и образовательных испытаниях, и каждый показал свой профессионализм, креативный подход к изучению предмета. В число 15 лучших учителей-финалистов вошла и педагог абазинского языка Ида Дахчукова. На торжественном награждении в амфитеатре Черкесска объявили победителей. Спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов провел рабочую встречу с председателем профсоюза здравоохранения России, председателем общественного совета при Минздраве Анатолием Домниковым. На встрече присутствовали руководители профильных комитетов и ведомств. Стороны обсудили актуальные вопросы развития сферы здравоохранения в регионе. Важными вопросами, озвученными на переговорах, стали помощь медикам, работающим в зоне специальной военной операции, и их семьям, заключение соглашений с фондами, поддерживающими участников СВО, и коллективных договоров с медучреждениями, а также привлечение кадров и развитие системы оплаты труда работников отрасли. Разговор зашел и о работе общественных организаций. По мнению сторон, усиление роли консультативно-совещательных органов даст возможность эффективнее решать разные вопросы с учетом мнения населения, в частности, медицинских работников. С одной стороны, это позволит осуществлять общественный контроль, с другой – повысить доверие граждан к деятельности органов власти. На протяжении последних лет, когда началась модернизация здравоохранения, ну, я думаю, что показатели у нас сегодня достаточно неплохие, а есть, которые очень даже неплохие. И люди, которые сегодня в здравоохранении работают, ну, они чувствуют поддержку
органов власти, поддержку Министерства здравоохранения. Ну, а ваш приезд тоже, соответственно, добавляет людям оптимизма. Наш профсоюз, он, в общем, один из старейших, как и был, так и остается. Ну, там новая история, новейшая история, это все понятно, мы можем это опустить, но все равно, несмотря на все перипетии, несмотря на определенное охлаждение, так сказать, к профсоюзному движению, но, тем не менее, мы остаемся очень крупным профсоюзом, наверное, вторым-третьим в стране по численности, и нас более 2 миллионов. Это само о себе говорит. Пандемия, она показала действенность медицинских работников. То есть, вот, что мы были, есть и остаемся таким деятельным звеном общества, абсолютно точно. С начала сентября в Карачаево-Черкесии идет вакцинация. По информации Роспотребнадзора, в республике отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для предупреждения и профилактики этих заболеваний медики рекомендуют привиться, как это сделали сотрудники Роспотребнадзора. Подробности у Али Баташева. Главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов каждый год делает прививку от гриппа на работе. На сегодня это самый эффективный способ профилактики от тяжелых форм заболевания и осложнений гриппа, считает глава ведомства. Я бы хотел сказать, что я не по роду своей деятельности делаю вакцинацию. Я просто думаю о здоровье, о своем в первую очередь, и о здоровье своих близких. Потому что грипп – это такая инфекция, которая на широкое распространение имеет как в мире, так и у нас в Российской Федерации, так и в Карачаево-Черкесии. Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье и своих близких, нужно ежегодно прививаться. Как вы переносите? Да как обычно, я не знаю, никакого в принципе. Может быть, вечером небольшое такое состояние, некомфортное, я бы сказал. Температура практически не поднимается никогда. В настоящее время в республике зарегистрировано 584 случая заболеваемости ОРВИ и гриппа. В сравнении с предыдущей неделей прирост составил порядка 12%. Иммунитет должен быть подготовлен к встрече с возбудителями гриппа, от которых ежегодно гибнут люди, говорят в Роспотребнадзоре. Вакцинация от гриппа в республике началась в сентябре. В нашей республике получены первые транши вакцин против гриппа. Получено где-то около более 70 тысяч доз взрослых вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» и более почти 27 тысяч детских вакцин «Ультрикс квадри». Вакцины, нужно отметить, что вакцины этого года, как всегда, модернизированные. Они актуализированы под циркулирующие ныне вирусы гриппа. Укол вакцины делается бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день 34 326 жителей республики прошли вакцинацию. Для создания иммунной прослойки требуется привить 252 800 человек, что составляет 61% населения Карачаево-Черкесии. Иммунная прослойка позволяет, даже не дает возбудителям заболевания распространяться среди населения. И это дает, во-первых, стопроцентную защиту вакцины не дают, но они снижают интенсивность заболевания. Люди болеют в меньшей степени. И кроме того, они не дают вирусу распространяться. Прививки не дают возможность передаваться от человека к человеку. То есть замедляют этот процесс, и в результате люди болеют меньше, люди болеют более в легкой форме. И, кроме того, мы не перегружаем во время пика эпидсезона, мы не перегружаем нашу лечебную сеть большим количеством тяжелых случаев заболевания. Эффект от вакцинации сохраняется на протяжении года. Иммунитет вырабатывается от 10 дней до месяца, говорят врачи. При обращении в поликлинику гражданин должен иметь документ, удостоверяющий личность, и полис медицинского страхования. Али Баташев, Мурат Джанкёзов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Успей купить настоящую русскую шубу со скидкой до 70%. Норка всего от 23 тысяч рублей. Только 26 сентября в Центре развития предпринимательства. Горького, 8. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Окунитесь в невероятный мир тайн и загадок. Цирковое представление «Загадка старой игрушки», сказочный калейдоскоп артистов и животных. Ждем вас по 15 октября в Кисловодском цирке. Категория
25 сентября Русский театр драмы и комедии «Карачаево-Черкесии» приглашает на премьеру спектакля «Материнское поле». Режиссер спектакля Антон Городецкий. Премьера состоится на сцене Государственной филармонии. Начало в 18:30. Руководство футбольного клуба «Нарт» приглашает всех гостей и жителей республики на полуфинальный матч по футболу чемпионата ЮФО СКФО 3-го дивизиона. Футбольная команда «Нарт» встречает команду «Электроавтоматика» из Ставрополя. Поддержка болельщиков важна для команды. Матч состоится в субботу, 30 сентября в 16:00. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт ekologiyadelokazhdogo.rf. Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до 1 октября. Элитное подразделение «Собор Клинок» Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. Офицерский отряд создали в лихие 90-е для борьбы с террористами и экстремистами. Как и тогда, бесстрашные бойцы сейчас участвуют в оперативных действиях, освобождают заложников и стоят на страже безопасности как в родной республике, так и в зоне проведения СВО. Об отточенном клинке спецотряда в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии» расскажет Александра Коваленко. Расцвет подразделения «СОБР» пришелся на 90-е годы, когда в стране возникла необходимость в противодействии организованной преступности. 1 апреля 1993 года был создан 5-й отдел – специальный отдел быстрого реагирования, штатная численность которого составляла 50 человек. С момента образования отряда бойцы стояли на страже законности и правопорядка во всех республиках Северного Кавказа. Принимали самое активное участие в борьбе с организованной и вооруженной преступностью. На счету собровцев большое количество спецопераций в горячих точках, которых в те годы было немало, на деле доказав, на что они способны. Одним из первых сотрудников специального подразделения быстрого реагирования был подполковник полиции Сергей Кузнецов, который возглавил спецотряд в 1996 году. Страна, собственно, была в разрухе. Не работали многие институты управления, система не действовала. И это привело к тому, что начинает сплачиваться организованная преступность. Впервые президент тогда Ельцин признает, что да, в России есть воровские авторитеты, воры в законе, то есть есть организованная преступность. То есть есть иерархия воровская. В связи с этим, что в эту иерархию стали вытеснять, тогда была такая формулировка, братки. Братки – это спортсмены, боксеры, борцы, которые тренировались в подвалах. Их стали умные люди, видя перспективу в этих ребятах, сплачивать в коллективы. И направляли их в основном на преступную деятельность. Это вымогательства квалифицированные, шантаж, похищение людей, выкуп. Вот это начало вспышки организованной преступности. И тогда было принято решение создать управление, которое боролись бы именно с организованной преступностью. Тогда не было такого модного слова антитеррор, терроризм. Были бандиты. Вот при управлениях по борьбе с оргпреступностью нужны были люди, которые бы физически воздействовали на вооруженного преступника. Потому что эти группировки, организованные преступные группировки, они владели оружием. У них была экономическая база, у них была выстроена иерархия, строгое подчинение и так далее. Это был очень серьезный и мощный удар и по экономике страны, и по социальной сфере. Люди боялись. Поэтому было принято решение. Волка может победить только волкодав.
Значит, нужно создать такие подразделения, специальные отделы быстрого реагирования. Что же ставилось в задачу и какая основная цель? Борьба с организованной преступностью. Физическое противодействие вооруженным преступникам. Вот за 3 года, в 96-м году, мы разобщили и уничтожили 32 бандитские группировки. Мы работали круглосуточно. Похищение людей. Занимались и розыском, и внедрением в банды наши сотрудников. Сотрудники внедрялись. Ну, слава богу, мы не потеряли ни одного офицера. Сегодня в задачи СОБР входит участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, непосредственное участие в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождение заложников, обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими государственными органами следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации. Все без исключения бойцы СОБР являются офицерами Росгвардии, прошедшими самую жесткую подготовку и психологическое тестирование. Меткая стрельба, мастерский рукопашный бой – это далеко не все навыки, которыми обладают силовики. Подготовка каждого бойца – это серьезная индивидуальная работа, итогом которой становится сплоченная группа, выступающая как единый механизм. Бойцы постоянно работают под огнем. Ошибка – это в лучшем случае ранение, в худшем – смерть. Поэтому особый почерк особой службы отрабатывается до филигранности. Сотрудники СОБРа, как правило, ставят точку в решении любой проблемы. Это вот хирургический нож, которым можно делать любую операцию. И то, что СОБР перешел в Росгвардию, ну это логично. Логично, хотя во внутренних войсках, в Росгвардии, в войсках есть свои спецподразделения. Но они подразумевают младший начсостав, то есть сержанты, прапорщики. СОБР – чисто офицерский корпус. Эта планка гораздо выше. И подготовка сильнее, мощнее, знания, опыт – все это наращивается. Чтобы подготовить к бою офицера СОБР, нужно 3 года непрерывных тренировок. И тогда он победит в любой схватке. Почему мы считаемся элитой? Во-первых, подбор кандидатов. Ну, к нам с улицы, либо с полиции попасть невозможно. Для этого надо какую-то подготовку, какие-то годы отдать в ОМОНе, либо в каких-то службах. И после этого мы кандидатов рассматриваем к себе в отряд. Они проходят изнурительные спортивные испытания, но приоритетно у них еще должно быть высшее юридическое образование. После прохода всех испытаний мы его рассматриваем уже как бы кандидатом к себе. Несмотря на то, что у нас как бы коллективные групповые работы, но боец СОБРа, он может индивидуально выполнять какие-то поставленные задачи. Я думаю, такого нету ни в одном подразделении. Я думаю, поэтому мы считаемся специальным отрядом. На данный момент обладателями высшей формы отличия военнослужащих подразделений специального назначения войск Национальной гвардии России крапового берета являются 4 сотрудника спецназа СОБР «Клинок» Карачаево-Черкесии. Форменный головной убор присваивается в порядке прохождения жестких квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости спецназовца. После прохождения обучения мы сдавали квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен включал в себя все элементы сдачи на краповый берет. Поэтому, когда спрашивают у СОБРовцев, почему, во внутренних войсках такой вопрос не задают. Они прекрасно знают, что СОБРовцы – это краповые береты. Но мы немного эту схему изменили, и берет вручали только после 2 боевых или специальных операций офицеру, если он проявил себя достойно и подтвердил свою квалификацию. Берет – это квалификационный знак. Как вот, знаете, на груди знак квалификации, а у нас на голове. Краповый берет для спецназовца – это, вы знаете, это словами не передать. Это высшее, что можно достичь в спецназе. Сотрудник СОБРа должен быть предан своему отряду. А мужество, выносливость, сила
умения, это все должно быть у него до этого и так. Самое главное, он должен предан быть своему отряду, своим товарищам. Когда был молодой, привлекало то, что мы были всегда на острие атаки. Время было в моей молодости неспокойное. Вот. Это чувство, что ты находишься на наконечнике копья огромной разрушительной карающей силы, вдохновляло. В настоящее время сотрудники спецназа «Клинок» Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии выполняют задачи вне пунктов постоянной дислокации. Многие бойцы элитного подразделения отмечены и удостоены высоких государственных и ведомственных наград за свой профессионализм и достойную службу. Конечно, и о доме думаешь, и думаешь обо всех. Бывает даже так, о прожитых годах иногда начинаешь думать, насколько это было серьезно, был сделан выбор. В то время, в далекое время, не жалеем ни на секунду, не жалеем ни в чем. Не то, что я так считаю. Время показало, что мы там оказались в нужное время. Мы это делаем правильно. И на сегодняшний день, как бы это ни звучало громко, победа будет за нами. Боевой опыт и индивидуальное мастерство стали визитной карточкой сотрудников СОБР, уверенно закрепив за ними лидирующие позиции. Офицеры ежедневно сталкиваются с вооруженными преступниками и рискуют своей жизнью. Однако все бойцы спецназа считают своим долгом продолжать свою настоящую мужскую работу, профессионально выполняя задачи по обеспечению безопасности граждан, которые ставит перед ними руководство страны. Личный состав СОБР «Клинок» неизменно доказывает верность отчизне и присяге, всегда находясь на острие борьбы с теми, кто посягает на российскую государственность и безопасность граждан. Александра Коваленко, Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Кисловодский государственный цирк ждет всех на своей яркой премьере осени шоу-спектакле «Загадка старой игрушки». О чудесной цирковой программе расскажет Светлана Шаганова. Удивительное приключение начинается здесь, на манеже Кисловодского цирка. Как разгадать загадку старой игрушки? Очень просто. Нужно всем погрузиться в удивительный мир циркового искусства и познать тайны разных планет. Это не просто цирк, это невероятно интересный спектакль для детей и взрослых, который учит добру, рассказывает о том, что нужно отложить в сторону все гаджеты и больше читать, познавать интересный и уникальный мир. Главная героиня получает в подарок от бабушки старую игрушку – калейдоскоп. В нем девочка видит много интересного, ярких героев, которые вовлекают ее в удивительное путешествие в мир сказок. Эмоций, конечно, тут множество. И радость, и удивление, и страх. Ну, самая, наверное, такая цель – это познать слова бабушки, которая говорит в начале спектакля, которая хочет донести до девочки, как и для современных сейчас людей, что телефон – это не самое главное, что нужно читать, что нужно развиваться. А развиваться нужно благодаря книгам. Все мы с детства любим сказки, и цирковая программа – яркий тому пример. Героиня со своими друзьями, веселыми и виртуозными клоунами, путешествует из одной сказки в другую и даже попадает в карточную страну, где правят короли и королевы. Зал завораживает иллюзия. Здесь невероятные трюки, фокусы, появление, исчезновение, превращение. Искусство иллюзий от обладателей высших международных наград. Ну и как же без русских народных сказок, где добро побеждает зло? Здесь Баба-Яга – бесстрашная и виртуозная акробатка в компании богатырей, выполняющих сложные трюки. Удивляют и вдохновляют гимнасты на полотнах. Все без страховки. А хрупкая артистка, сияющая золотом, грациозно выполняет номер с обручами. Восток – дело тонкое. И вот мы в Индии. На манеже своенравные кошки, которые удивили кисловодскую публику своими тонкими манерами. Они
справились со своей задачей. В плане того, что они никого не стали ни на кого охотиться, они просто разглядывали, интересовались, где кто что, кто кричит и вообще почему. Наш, да, номер, наш номер, мне кажется, отлично. Да. И животные, и у нас все хорошо сложилось. Заряжает невероятным позитивом и красотой сафари-шоу. Пони, ламы, крокодилы, змеи и гордые верблюды. А в роли наездников – обаятельные собачки. Яркие костюмы, захватывающие номера и экзотические животные. Шоу «Загадка старой игрушки» надолго останется в сердце каждого зрителя. Всем желаю посмотреть этот цирк. Мне понравились воздушные гимнастки. Они очень так впечатлили меня. Вообще очень понравилось. Все мне понравилось. А тебе? Воздушные гимнасты, акробаты, животные, верблюды. Все понравилось. Понравилось все. Потрясающее выступление. Сценаристу вообще просто браво. Так поставить сценарий, постановка, ну все, от костюмов до движений их, до всего. Потрясающе. Всем рекомендую. Бесподобно, нам все понравилось. Очень все ярко, красиво, необычно. А мне понравилось актерское мастерство, то, что как они играли. Очень все было реалистично и вообще класс. Спектакль возвращает нас в детство. А что может быть прекраснее? Это самое лучшее время нашей жизни. На представлении в Кисловодском цирке вы получите массу положительных эмоций. Также у всех зрителей есть шанс выиграть сертификат на новогоднее шоу-представление. А если у вас день рождения, то цирк приготовил сюрпризы. Разгадайте загадку старой игрушки до 15 октября. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия из Кисловодска. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.